Цып, ты чего валяешься опять внизу? Допрыгать до его... логово хотела сказать. В чем там живут цыплята? Ты забыла слово! Со злодеями поведешься, так и все. Привет-привет! С вами Китти Кейт. И сегодня мы продолжим наше путешествие в стране малышей Флуфсис. Ну что, погнали? А пока я начинаю, пиши, в каком классе ты учишься. Ой, у нас второй денечек. Посмотрим, что же нам попадется. Огненный, это же мой самый любимый, по-моему. Что, целый час ждать? Ну, так нечестно. Почему постоянно ждать? Ох уж, я не люблю это. Так, малыши, наверное, они кушать хотят. Держите, мои славненькие, хорошенькие. Эй, малыши, вы будете есть? Да что ж такое-то, они не хотят есть, реально. Ну ладно, не хотят так не хотят. Тогда я пойду побегаю, поищу кого-нибудь еще. Ну что, на поиски новых яиц. Итак, посмотрим, что у нас здесь новенько. Кстати, девчонки написали, что здесь можно наряжать моих малышей. А давайте-ка прямо сейчас это и попробуем сделать. Точно, можно нарядики придумывать. Смотрите, как засмущался мой единорожек. Так, сейчас посмотрим, что здесь есть интересно. Опять все за рекламу. Ну, давайте вот такое серебристое. И очочи черные. Нет, давайте без очочей. Что-то мне кажется, очочки это переборчик. А ботиночки вот в самый раз подойдут. Отлично. И у меня получается, питомцы могут быть наряжены красивые. Ладно, пойдемте вперед, посмотрим, что здесь произошло нового. Так, это что за пипочка торчит? Ага, это бриллиантик и был. Ладно, что вы там печалитесь, мои хорошие? Не печальтесь, не печальтесь. Сейчас мы... Подождите. Сейчас я вас развеселю легче простого. И бриллиантик заработаю заодно. Там потом за бриллиантики можно разные домики открывать. Я, в общем, уже немножечко разобралась. Так, вон там что-то у меня повяло. Надо срочно... Где мой лейка? Вот так-то лучше. Фух, смотри, какие красивые цветочки, ничего себе. Так, а здесь что? Здесь сегодня никого нету. Интересно, где мне встретится злодей? Вон он, сегодня у нас мышь. Так, давай вот сначала цветочек здесь польем. Цветочек польем и пойдем с мышем подеремся. Или что там с ним сделать надо, чтобы его победить. Сейчас разберемся, в общем, все по порядку. Так, цветочек подзарядили. Сейчас здесь еще возьмем бриллиантик здесь возьмем и пойдем. Мыша, ты что здесь? Эй, в смысле? В смысле? Он бьет меня? Это вообще... Ребята, вы видели, он реально меня побил. Просто взял и девочку побил. Это что, разве так можно, что ли? Не, ну я так не играю. Ребят, разве можно девочек бить? Как думаете, пишите в комментариях, как вообще от него избавиться. А этот что, тоже будет драться? В смысле? Он тоже дерется? Да что ж вы такие злодеи, такие злодейные. Ладно, пойду-ка я в ваш домик схожу и разберусь немножечко. Что-то я вообще не ожидала, что они со мной будут драться. Я даже расстроена немножко, если честно. Ладно, сейчас быстро забираем конфету и забираем печенюхи. Я, между прочим, очень люблю печенюшки. Ребят, а вы что любите из вкусненького, сладенького больше всего? Пишите в комментариях. А я пока попробую забрать у этих злодеев все, что они похитили. Так, а тут они, походу, похитили водичка, бургер. Вот бургер. Вентилятор и водичка. Ага, поймались. Поймались, попались. Так-то. Здесь... В общем, здесь, походу, можно заработать целую кучу бриллиантов, если очень внимательно играть. Но, если честно, у меня с внимательностью так себе. О, бургер. Бургер. Так, а ключики можно? А, ключики нельзя забирать. Ясно, все. Я думала, вдруг можно забирать ключики. И вот эту штуку, мне кажется, еще надо забрать. Ага, отлично. А почему их так много? Я же их на дороге встречала только троих, а здесь оказалось, что их очень много. Очень странно. И мы заработали три алмазика. Бриллиантик или что это за драгоценность. Так, ладненько. Кажется, я думаю, что нам надо делать ноги с этого острова. Потому что они там эти злодейщины. Они хотят меня уничтожить, походу. Так, давайте немножечко все польем. Потому что, ну раз уж мы пришли, надо же помочь острову, чтобы он был красивый, миленький. Хоть и с этими злодеями. Ладно, вон туда еще пойдем, до цветочков дойдем, чтобы они тоже были красивые.
Так, у нас красивые. Это розовые, точно. Дикси, сейчас, секундочку. Главное не потерять все листики на них. И у нас целых 18 бриллиантов. Супер-пуперско, скажу я вам, ребята. Так, а яиц здесь новых... Ага, подождите. Зря поехала! Там же можно было открыть проход. Ладно, давай здесь побегаем, посмотрим, что мы здесь можем сделать. Только мне кажется, что здесь смысла делать нету. Домики можно открыть, здесь домики можно открыть. Но нам же надо куда-то идти. Ага, конечно. О, нам надо еще один ключ найти, и мы тогда в другое место сможем путешествовать. Так, все понятно, все понятно, все ясно, все понятно. Здесь за бриллианты, здесь мы ждем нового питомца. Окей, я предлагаю поехать тогда на этот остров, на котором мы были, и попробовать открыть новые миры. В общем, я помню, справа мешаются мне наши драгоценнейшие злодеи. Ну, эти воришки, которые вечно нам попадаются, дерутся, яйца забирают, между прочим. В общем, с ними мы играть не будем, с ними мы их обойдем стороной и пойдем, знаете куда, ребят? Знаете, сейчас я вам покажу все. Сейчас заберем еще вот этот бриллиантик и попробуем вот здесь пройти. Точно, вот здесь нормально пройдем и тихонечко делаем ноги вперед. Я надеюсь, что там нам попадется какое-нибудь новое яйцо. Супер, убежали от них. Так, кто здесь у нас есть? У нас здесь есть... О, цыпа, моя любимая цыпа. Я вообще люблю цыплят. Мне кажется, что они такие миленькие, славненькие и хорошенькие. Давай поможем ему немножечко допрыгать до его... логово, хотела сказать. В чем там живут цыплята? Ты забыла слово! Ребят, подсказывайте, что это за... Ну, в общем, домик для цыплят. Пусть будет так. Да, пишите, как он там называется, что-то я вообще запамятовала. Вот, в общем, да. Память у меня та еще. Не зря, говорит Курин, это вот, наверное, про меня. Так, вон там злодей какой-то ходит, и, между прочим, он, между прочим, яйцо охраняет. Вот нам его-то и надо. Давайте-ка мы этих развеселим немножечко и пойдем, видимо, сражаться с этим товарищем. Так, и что с ним делать? Так, вот. О! А как я бросила мяч? Почему я бросила мяч? В общем, если честно, я не всегда понимаю, как у меня это получается, потому что иногда бросается мяч, а иногда не бросается. Есть, я нашла одно яйцо, и у меня еще есть один ключ. Фух, отлично, просто отлично, просто замечательно. Так, давайте еще заработаем бриллиантиков. Вдруг нам надо будет открыть какой-нибудь новый домишко. Или еще что-нибудь, может быть, еще куда-то можно применять. Кстати, знаете, что я думаю? Мне тут появилась одна идея, сейчас я вот с этими поиграю и попробую ее проверить. Я думаю, что здесь можно менять питомцев и играть за разных питомцев. Сейчас проверим, секундочку. Пишите пока, можно так делать или нет, как вы думаете. А я пока найду здесь всех похищенных друзей и предметы всякие. И бриллианты заработают, конечно же. Куда же без бриллиантов? Так, уровень 2. Так, здесь нам ботинок, цыпа. Цыпу украли! Цыпа, вернись! Фу, я цыпу спасла. Ботинок, вот ботинок. А, нет, это не тот ботинок, а нет, тот ботинок. И мне еще надо морковище. Вот она, моя морковка. Отлично, просто замечательно. Ну что, второй бриллиант у меня. Я думаю, что здесь будут 3 уровня, не больше. О, а здесь, кажется, мои любимые вкусняшки. Не, ну почему я каждый раз, когда вижу вкусняшки, хочу их съесть? Прям даже обидно, как будто бы я обжора какая-то. Ну, я вот, в общем-то, нет, не обжора. Но есть почему-то я вечно хочу. Так, яблочко мне еще надо, вот она. Да, из этого я бы съела, наверное, печеньку. Да, печенька, наверное, мое все. Ну что, мы всех победили и заработали целых 3 бриллианта. А теперь я предлагаю, знаете, что сделать? Проверить, могу ли я поменять на другого питомца. Нет, не могу, странно. А я думала, что могу. Да, кажется, моя догадка была неверной. Ладно, нам теперь надо добраться до... Как-то вот от этих злодеев пробежать по стороне, а то они тут дерутся еще ведь. Ох уж эти злодеи. Вот надо же вот так вот со злодеями поведешься, так и все. Так, я бегаю, сторонкой. К этим я драться не пойду, не хочу я драться вовсе. Я ж не драчун какой-то. Я ведь хорошая девочка, между прочим. Ладно, ой, цыпа упала. Цып, ты чего валяешься опять внизу? Придется помогать.
Давай, Цыпа, пошли. Точно, гнездо. Нет, не гнездо. Гнездо? Ребят, что-то я все-таки сомневаюсь, как называется место, где живет Цыпа. Но ладно, наверное, гнездо все-таки, да. Цыпа на месте! Ура, 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 ура. И мы ее спасли. Интересно, кто попадется мне сегодня в новом яйце? И кто будет в следующем яйце? Потому что... Ой, прости, прости, прости. Ананасик, прости. Ой, сейчас у меня все будут безволосые. А, нет, получилось. Фух, я думала, не получится уже. Ой, смотрите, сейчас милота какая-то произойдет. Мы подправим яйцо в инкубатор, чтобы оно выросло. И что? А, две минуты. Ну ладно, две минуты не так страшно. А пока побегаем здесь, посмотрим. Там что у нас тоже еще растет и растет. Ждать не переждать называется, между прочим. Ну да ладно, ничего страшного. Пусть растут, наслаждаются жизнью и прочее, прочее, прочее. А вам, ребят, спасибо, что написали, что здесь можно наряжать этих малышей. Странно, что их кормить нельзя. Но, ну ладно, нельзя так нельзя. Давай попробуем открыть еще что-нибудь. А, и нам ключ дадут. Тогда нам надо все, наверное, домики открыть. Давай тогда все откроем домики, раз ключики дают за это. Хм, это, между прочим, отличный способ. Знаете, что сделать? Давайте еще вот этот домик. О, смотри, какой домишко классный! Вау, это просто супер-пуперско. И я подозреваю, что я могу открыть новую лодку. Точно! Точно, точно, ребят. Пишите в комментариях, что еще здесь можно делать, чтобы открыть новые миры, чтобы быстрее пройти эту игру. Мне очень интересно. Потому что я с такими малышами еще в приключения не играл. О, они наконец-то проголодались! Ура! Я так хотела их покормить, потому что они такие маленькие, миленькие и, наверное, вырастут большими и красивенькими. Ладно, давайте дождемся, кто у нас появится в этом яйце. И я думаю, что будем заканчивать, потому что здесь надо бы немножко еще подразузнать. Ребят, вы пока пишите, чтобы мне потом не сложно было. Так, а здесь сколько? Здесь целых 7 надо. Кстати, этот кораблик на что-то похож. И здесь скользко как-то не идется совсем. Фу, ускорение, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Ну, ладно, пошли. Это 46 минут откроем в следующий раз. А здесь дождемся. Тримбли, трамблим, бумс. Кто же там будет? Кто же там будет? Пожалуйста, открывайся скорее. Мне кажется, это какой-то остров малышей получается. И кто же там? Цветочек? Давай посмотрим. Очень интересно. Ребят, как думаете, кто там будет? Пишите свои догадки. Я аж глаза закрыла. Мне так интересно, кто там будет. Ладно, давайте откроем, посмотрим. И смотри, какой милашный, цветастый. Давай я тебя накормлю. Ты такой миленький, красивенький, что тебя обязательно надо покормить. Розовенький, да еще и с цветочком. И, ой, вырос, здорово, такой миленький. И сердечко поставить, конечно. Ребята, вы поставили ему лайк? Скорее ставьте лайк, ведь он такой классный и красивый. А на сегодня все. Всем пока-пока и спасибо, что досмотрели это видео до конца.